2015 год мы стартовали с этапа боулинга. Этим этапом мы положили начало весеннего кубка битвы корпораций, который также у нас будет состоять из 5 видов спорта. На этапе боулинга у нас встретились рекордное количество команд в истории битвы корпораций. 25 коллективов, 25 компаний вышли на дорожки по боулингу, и до конца весеннего кубка у нас будет 25 команд на каждом из этапов. Что касается непосредственно этапа боулинга, то его мы провели по аналогии с предыдущим годом. Отборочный этап, который состоял из 3 заходов, полуфинал из 2 и финал, в который вышло 8 лучших коллективов. Добавились 3 очень хорошие, интересные компании. Это компания Citrus, это наши бывшие партнеры и участники компании LifeSell. И третий участник, третий новичок, это компания MyCredit. Удивляемся вообще, как мы выигрываем. Как у нас получается, действительно. Уровень растет. Да, смотреть на команды соперников и просто диву даемся. Молодцы, ребят. Мы, честно говоря, думали, что мы не выйдем даже в полуфинал. Да. Да, переоценили, наверное, соперника. Думали, что все, вот мы уже на пьедестале, а судьба подготовила нам такой вот поворот. Горький сюрприз. Да. Что касается фаворитов этапа боулинга, то мы предполагали, что, как и в прошлых сезонах, здорово будет выступать команда «Атлант», команда «Владар», команда «Адидас», «Турба» там также выступали очень неплохо. К сожалению, там буквально 10 очков не хватило до выхода в финал, как и команде «Цикл». «Альфа-Банк» тоже из года в год проходят финал, но победитель только один, и поэтому только лучший завоевал кубок битвы корпораций. Мы команда. Это раз. И психологический статус — это два. У них этого нет, а у нас это есть. А в чем заключается психологический статус? Не нервничать на дорожке. Даже когда даже все когда идет не так, как да. Но вы же видели. С самого начала нужно не нервничать, результат, когда все начинает получаться или плохо. Надо не нервничать, а продолжать бороться. Мы всегда боремся, все до последней кегли. Уверенность в своей силе. Уверенность в своей силе и поддерживать друг друга. Там, где кто-то налажал, мы всегда подкрепим другими. Можем большего. Первое место — это наши, не надо подсказывать, чемпионы среди нас. Вот, все.